83-м году по семейным обстоятельствам неожиданно ушел Валера Шутов. Но нам снова повезло. В это же время из армии вернулся наш юный, но уже возмужавший барабанщик Паша Овчинников. Истосковавшись по эстраде, он с головой ушел в коммерческие танцы, быстро освоив репертуар. С приходом Паши, обладавшего вкусом, чутьем и мерой в игре, мы больше не переживали за ритм и бреки в песнях и пьесах. Танцевальные вечера продолжали греметь. Мы не могли нарадоваться, слушая профессиональную игру нашего барабанщика. Но это было еще не все. Гитарист Витя Яночкин привел в коллектив своего друга, гитариста Витю Циркунова, такого же, как и мы все, любителя эстрады и заядлого битломана. Таким образом, в 83-м году сложился интересный, самобытный состав вокально-инструментального ансамбля ДК. Вот она, драгоценная кассета, записанная на этом замечательном магнитофоне в далеком 1983 году. Your heart, give me your heart, give me your heart, give me.
Ушел ты утром, ушел рассвет, туда, откуда возврата нет. Поверить трудно, не верить глупо. Есть минуты, словно сон, нелепый сон. Больше не встречу такого друга, не встречу такого друга, как ты. Дарит жизнь только раз. И не излечит, не все печальный излечит мою печаль. Нас был, а кто не прав, решим сейчас бы на двух словах. Теперь все поздно, и все вопросы стали просто ни к чему, все ни к чему. Но не чудес, ни ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. И если вдруг тебе взгрустнется, то грусть не значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего, есть крыша дома твоего. И как огорчения любые исчезнут все до одного, помнишь звезды голубые над крышей дома твоего, над крышей дома твоего. Если не свобода, если не свобода, если не свобода.
Дорогие друзья, до свидания. Приглашаем всех в следующую субботу, в воскресенье.